то, что мы с вами делаем, то, что производим продукцию, она сегодня в каждом доме. Это огонек, газовый, на плите, это тепло в домах, которое обогревает наши семьи, наши сердца. Генеральный директор ООО «Газ-холод-техника» Юрий Белоусов обратился к коллективу с приветственным словом и поздравлениями с 30-летним юбилеем предприятия. Компания производит и обслуживает серьезное оборудование, аппараты воздушного охлаждения масла, воды и других сред для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также системы автоматизации управления аппаратами воздушного охлаждения, работает с госзаказами. На сцене с поздравлениями председатель Совета депутатов городского округа Мария Тарасова. Поэтому сегодня хочется вам сказать слова благодарности за вклад в общий результат. За вклад в развитие предприятия, за вклад в экономику муниципалитета, региона и страны в целом. На предприятии трудится более 400 человек. Успели сложиться трудовые династии. Люди работают семьями. А начиналось все с одного небольшого теплообменника. Этапы большого пути – это, скажем, Урдома, «Газпром Транзгаз Ухта», 95-й год. Далее, скажем, большие вехи – это «Голубой поток», «Силы Сибири», «Северный Нордстрим», ну, и такие крупные проекты, как это В-101, В-102. На вопрос, каковы составляющие успеха, Юрий Белоусов ответил: взаимное доверие и дружный коллектив. Начинали мы все с ангаров, Перово. Сейчас это несколько цехов крупных в различных направлениях нашей деятельности. Очень много перспективных технологий в области сжижения природного газа. Это одно из немногих предприятий в России, которое занимается технологией пайки пластинчато-ребристых алюминиевых теплообменников. Предприятие, которое имеет уже исторические такие крупные компетенции в этой области и постоянно развивается, совершенствуется в своем профильном направлении. В праздничный день отличившимся сотрудникам вручили благодарственные письма. Ну и какое торжество без фото на память. Анна Наприенко, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.